Солидный юбилей отметила жительница Сергиева Посада Вера Александровна Ищенко. 13 октября ей исполнилось 90 лет. Родом из Оренбургской области, училась в Ташкенте в текстильном институте, работать вернулась в Оренбург. Стала я работать мастером цеха, потом уже начальником цеха работала. И проработала я всего один год. И познакомилась с офицером, который служил в Житомире. Вот. И в конечном итоге мы поженились. С мужем-офицером поездили по стране немало. В 61-м году приехали в Загорск. Здесь, в военном городке на ферме, у них началась настоящая семейная и почти неотъемлемая от семейной партийная жизнь. В 61-м году я поступила кандидатом в члены партии. Вот, сюда приехала, здесь уже год прошел, и меня здесь приняли уже в партию. И вот я до сих пор, это уже 60 лет, я в партии. И я не бросаю. Для меня это, как говорится, стихия. В этой стихии Вера Александровна живет до сих пор. Собирает партийные взносы, участвует во всех делах местной парторганизации. Уверена, КПСС и СССР дали ей все. Образование, любимую работу, семью, друзей. Ее друзья, соратники по партии, один за другим собираются на торжество. КПРФ вот на стол. Спасибо большое. Друзья по партии говорят, эта женщина всегда была очень преданным и ответственным коммунистом. Такое остается. Вот я познакомился именно с ней по партийной линии. Замечательный, прекрасный души человек. Вот. Сколько я знаю, в любой момент к Вере Александре обратись, она всегда поможет, ни в чем не откажет. Но в жизни этой женщины, кроме партийных забот, всегда были и есть главные ценности – ее родные и близкие. Времени хватало на каждого. Всегда бабушка очень добро относилась ко всем членам семьи. Причем независимо, близкие люди, там сестры, братья, дальние братья моего деда. Моего деда, например, 4 брата. Мой дед самый старший из них. Вот. Все остальные по боли судьбы распределены просто по всей России. Кто-то в Новосибирске, многие живут в Оренбурге. Вот. И, в принципе, она всегда говорила о том, что нужно поддерживать отношения с роднёй. Это, мне кажется, самое главное, что я усвоил. Поздравляю тебя. Спасибо. С днем рождения. Цветы, комплименты, шампанское, тосты, искренние пожелания здоровья и добра. За все время наш коллектив, который я знаю, я считаю, что самый добросовестный, самый уважаемый – это Вера Александровна была. И пусть спасибо. Ваши дети, внуки… А может, даже и правнуки вами гордятся. С юбилеем, Вера Александровна. Ирина Максимова, Антон Коврижных. Программа «События».